крестьянами, почему он руку не доносит, это моя территория. Как-то когда нес руку до этого печата, он быстро запакировался и больше не пришел. Это что, сказки? А совесть разве не подсказывает, что это крест, не знаю, свастика какая-то. Анатолий Тарасов у вас был в Стрижоках. Великие дивные дела Божьи. Сколько наказывал, говорю, как ты к Богу зайдете, вот так вот. Сразу батюшка в руку вложит во имя отца и присяд. Нет, батюшка его наклоняет вперед, вот так вот. Видно, что уперлись. Ну что, это непонятно или что было? Батюшка обычно дальше туда идет, там, где уже нету деревянного покрома. Человек вот так стоит, а сегодня стоит вот так вот. И под, ноги подгибать уже не хватит сил. Это каждый год вот это безобразие. Это все фиксируется перед Богом. Если будет непогруженная, блошинный глаз, блохий глаз какой, крещением действительно. Силой давит, да, да, там дальше не пускают людей, почему не знаю. Я крикнул, говорю, голова ты свободна, под воду, а вот с этой головы не вошла, ну ладно, там еще второй пакет. Так, Ирина, за стол. На каждом, это моя сфера, моя. Так, все? Явился посреди учеников, пришел спас их людей, спасибо, слава тебе. Наталья, чуть-чуть отойдите. Спаси, Господи, и помилуй раб своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедших нам молиться о них. Прости их и помилуй. Помяни, Господи, всех страждущих, болящих, скорбящих, нищих, сирот, вдов, священцев, иночеств и всех христиан. Избави их от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевных и телесных. Прости согрешения, вольные и невольные, души нашим полезности твои. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Иоанна, Владимира, и всех благослови, нищих, сирот, дух одиноких, покинутых. Тебе, Боже, слава, Отец и Святой Дух. Аминь. Кто сегодня уезжает? Завтра. Во сколько? Ну, через час примем. Сейчас соберемся. Так, подождать, пока я дам диск. Переписываем все, что принесу. Мы пока собираться будем, подождем. А? Пока собираться будем, то подождем. Ну подожди, не уезжайте без нее. Хорошо. Потому что мы вторую неделю не можем сдать материалы. Хорошо. Так, Николай, все, что у тебя есть, ты будем мне скинь. Мы договаривались. Кто еще снимал? Ну это, аппарат, ты пойдешь туда? Ну, кто еще? На воле еще. Да, наверное, через Николая нам будет. Только вопрос того, что есть вещи, которые... А где он? Может, что-то... Ну...